Диагностика здоровья за 20 минут. Такое доступно каждому желающему в Ленске вот уже 5 лет. Мобильный центр здоровья отмечает свой первый юбилей. С подробностями о выявлении недугов на ранней стадии наш корреспондент. Центр оснащен аппаратно-программным комплексом, позволяющим определять у пациентов признаки сердечно-сосудистой патологии, а также рассчитать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые выявляем риски основных заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, хронические обструктивные болезни легких, это у курящих. Оптометрист у нас тоже есть, мы измеряем глазное давление бесконтактное. У нас все идет экспресс-методом, все вот это. Бригада специалистов буквально за 20 минут проведет комплексный профилактический скрининговый осмотр взрослого человека. В перечень комплексного обследования входит экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам, определение общего холестерина и глюкозы в крови, комплексная оценка функции дыхательной системы, осмотр стоматолога-гигиениста, проверка остроты зрения, пульсометрия, измерение артериального давления, роста, веса и уровня физического состояния человека. За короткий промежуток времени, за 20 минут вы уже проходите все наши обследования. И в полном объеме вам даем уже вот карты здоровья, на что обращать внимание. Программа позволяет вести базу данных пациентов, а значит наблюдать состояние пациентов динамики. По словам врача-терапевта мобильного центра Надежды Матвеевой, комплекс предполагает использование зимой и летом для обследования не только городского населения, но и всего Ленского района. У нас идет выявление заболеваний, что... Ну, молодых в основном мы хотим обследовать молодых, потому что у них выявляются вот факторы риска. Выявляем и сразу, чтобы они устранили, чтобы они жили долго. Благодаря мобильному центру жители отдаленных населенных пунктов уже получают возможность более ранней диагностики заболеваний и их профилактики при выявлении факторов риска. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВКСХ, Ленск.